Сейчас мы снимаем, как мы лечим нашего мальчика. Ну, а доктор Аня, вот мы сейчас делаем вот всякие кольчики. Не-не-не, а мы вас не будем показывать. Вы здесь прячетесь от федерального розыска, да? Среди собачек, я понял. Кому же ножницами кривыми пошли? Вот выражит, а потом бутылку потом, а ты выйдешь. Нет, мы на этот... говорит, а, у Ваньки машина-то не стрижет. Не, мы на этот момент выключим. Там не было тепла. Ага, ну что, она не... Надела ее. Мясники. Кабан порвал. Делаем паузу. Или нет? Давай, поднимай его, ну. Не знаю, мне кажется, что как прыгнула. Слушай, а, ну и она говорит, что она все нашли. Я же видела, только как она, ну, один раз его вырвала, его слегка приханула. Она сказала, что он всю ночь его рвало. Причем такое, что... Бабушка сказала. Ну, ты посмотри, ну, ненормально. Это синяя весь, да? Ну, он на улице живет, поэтому... На назад... улице? Да, он в валерном содержании. Да, верхний катетер, да. Лёх, смотри. Чтобы он сам ее не выдрал, нужно будет одевать ему или куртку какую-то, ну. Или защитный воротник, потому что там у нее швы на том месте. Вот. И вторая. Фига себе. Катетер. Это что, такой пришлось ставить? Ну да, вот здесь он. Просто очень много дырок. Ну, чтобы их все вместе объединить, не в каждую ставить отдельно, а ну, все вместе. Вот эти трубки нужно будет промывать хлоргексидином. Мироместином туда, да. Прямо шприц туда. Шприц набираете и в трубку, да, вводите. А потом масляный миколь туда же в трубку. Масляный миколь — это этот, да, антибиотик можно такой. Можно местный. В микроволновке греющую жизненькую. Да, прямо шприц набираешь и шприц греешь. Да, да, да. И она будет вытекать вместе с кровью. С кровью все. Цвет такого белесо-белого. Не пугайтесь, это будет не знаю, это будет вот... Швы надо будет снимать или они сами? Швы нужно будет